быстрее. Главное не опоздать на работу. Фух, главное не опоздать на работу. Всем привет, друзья, с вами Фастик. Вы находитесь на канале Фастик Channel. И сегодня я снова работаю в своем любимом городе на городском железнодорожном переезде. Что изменилось у нас здесь? Рядом построили вокзал. Это прикольно, кстати. И построили автосалон. Вот. Построили автосалон, но мы сейчас направляемся к железнодорожному переезду. К сожалению, этот железнодорожный переезд очень плохо функционирует. Кстати, тут у нас школу построили. Вот, я забыл сказать. Этот железнодорожный переезд очень плохо функционирует, так как у него не работает ни вот эти лампы, ни шлагбаум не опускается. Вот. Но я думаю, сегодня у меня будет очень много работы из-за этого железнодорожного переезда. Вот мы уже подходим. Тут у нас... Что сделали? Сделали новое покрытие. Вот там на станции стоят электрички. Они там пока стоят у них. Не знаю, что там. Вот тут сделали у нас покрытие настоящее, бетонное. Прям бетонное покрытие у рельс. Ну что же. Будем, так сказать, уже ждать поезда. Но тем временем хочу вам сказать, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк. Вот. Я поближе вам показываю то, что у нас тут бетонное покрытие сделали, рельсы и все такое. Вот. Подписывайтесь на канал, ведь на 2к подписчиков я устроим масштабный конкурс. Поэтому жду. Итак, сейчас я уже нахожусь в своей будке с желтым флажком. Тут у нас машины стоят. Эй, когда мы уже приедем? Жители, не видите? Вон поезд едет. Это вроде бы 2Т-116. Вроде бы с полувагонами едет. Эх. Едет медленно вот по этому, по переезду. Ну... Не столь важно, так сказать. Не столь важно. Все, поезд проехал. Могу сейчас открывать переезд. О, наконец-то. Наконец-то мы поедем. Жители, не жалуйтесь. Всему свое время. Поезда тут и так ездят. Все. Открываем переезд. Так. Открываем все. Ни звуковая, ни световая сигнализация все равно не работает. Зачем я его закрываю? Ладно. О. Жители, вы до сих пор не уехали? Чё-то... Как-то... Сейчас поезд уже поедет, а вы все еще тут стоите. Уже второй поезд поедет, кстати. Поедет поезд «Ласточка». Вот. Да, мы хотим посмотреть на поезд. Ну, смотрите, ладно. Но только не загоражайте движение. Во, «Ласточка» едет. Впервые здесь у нас, в этом городе, «Ласточка» едет. Большая, ну-ка, смотрите-ка. Длинненькая «Ласточка». Но оно и хорошо, перевозит быстрее пассажиров. Ого, какая «Ласточка». Да-да, жители. Ну все, можем открывать переезд, я его закрываю, чтобы там... Специальный датчик записывалось все, что я закрыл, открыл переезд, все такое. Ну ладно. Сейчас уже будем ждать поезд. Таро, чё я должен тут стоять на этом железнодорожном переезде? А? Ну-ка, сейчас проеду, никто и не заметит. Давай, давай. Оп. Ты чё заела? Ты чё заела? Эй! Давай-ка, давай вперед.
красный флаг. Останавливайся. Останавливайся. Поезд. Поезд, останавливайся. Красный флаг же. Ну, давай останавливайся. Нет, давай останавливайся быстрее. Ну что, я вам так скажу, буквально 2 часа назад отвезли последний вагон стриж, машину гелик вообще уже отвезли давно. Вот, вот такой вот кран работал тут, сейчас он тоже уедет, ТГМ-ка его привезла, ТГМ-ка его и увезет. Единственное, что я могу сказать... Не заезжайте на закрытый железнодорожный переезд, а то может быть всякое, поезда не успеют рано тормозить. Ну а с вами был я, Фастик Channel, канал, и прошу вас подписаться на канал, хочу уже добить 2 косаря подписчиков. Ну что же, народ, всем удачи, всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели, я очень рад видеть каждого на своем канале, и всем пока-пока.